Дорогие мои, сегодня 9 мая, пути Сагаси и я, Геленджик. У нас сегодня такой вот ветерок очень синее небо. Тучка немножко собирается, но хочется показать вам вот такую благодать. Было много, ну как-то пасмурно и ветрено. Вот. Народ не разбежался. Но на рынке, видите, как, какие красивые живописные облака. То, что увидят тут. Вообще, эти Сагасия. Видите, какие завитушки. Завитушки, грибушки. Так, а теперь там собирается большая сборка гор, но небо светлое. Стою на улице Ленина. Здесь мало людей, но в основном они, наверное, уж пошли к морю. А по другую сторону поворачивать уже люди ходят, бродят. И снова прекрасное небо и на березке. Нет, не березки. Это липки. Липовая аллея. Ветерок. Ну что? Детского парка к морю. Вот прям слепит. Не отражается такая яркость.